Привет, вы на канале Аннабель. Сегодня 22 августа 2019 год, а Харьков, Харьковская область. Что Анечка сегодня будет показывать? Буду показывать. Как ты крупнолистные гортензии горшочные, да, будешь удобрять? Именно горшочные, да? У нас укоренитель. Да. Осенняя для хвойников. Так, чистый лист, да? Да. И монофосфат калия. Да. И? И ледяная водичка. Да, здесь кто сколько? Где-то примерно 6 литров воды, да? Да? Так как мы горшочки будем туда ставить, полное ведро лучше не набирать, да? Потому что оно будет выльется. И теперь по одной ложечке ты кладешь в ведро удобрение. Укоренитель ложечку. Да. Осенняя для хвойника в ложечку. И монофосфат калия. Когда я пущу, это прям красный стоит. Да ты что? А ну-ка. О, так. Ложечку. И монофосфат калия. Все. Теперь это все надо разболтать. Вот палочка внизу, возле колонки. Разбалтывай. Хорошо разбалтывай. Теперь нам надо, чтобы одревесневали побеги у крупнолистной гортензии, да? Так как у нас стоят некоторые новички, не некоторые, а практически все новички в горшках, то мы их так и удобряем, да? Да. Бери. Это у нас Black Knight. Да. С двух сторон. О, такой кустик. А ну-ка покажи его. Ой, он так залег. А цветочки мы не обрезали, да? Да, сейчас Анечка его заглубит. Так. Вот. Что он делает? Пузырится, да, Зи? Воздух выходит. Вот это да. Вот так вот. И теперь на сколько мы оставляем, Анечка? Минут на 15, да? А потом ставим. Все, отпускай. Оно будет теперь само. Ничего страшного, сейчас наберется. Вот за 15 минут набирается водичкой. Ничего страшного не произойдет, правильно? Да. И вот каждый горшочек мы так удобряем, да? Да. Теперь будем все время так удобрять для того, чтобы подготовить наши горшочные крупнолистные гортензии к зиме, да? Да? Мы решили их не высаживать. Всем ну, прощайте. Пока. Встретимся в новых видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. И колокольчик. Да, и колокольчик не забудьте, да, включить, чтобы приходили уведомления о наших новых видео. И как часто мы будем удобрять так? Ну, мы примерно удобряем раз в неделю, да? Ну, теперь будем чуть-чуть чаще удобрять. Мы еще будем видео показывать, да? Пока! Да, пока-пока!